Одеський відбір готує сюрпризи чи не для кожного з четвірки «Ікс». Ігор Кондратюк ще не здогадується, що хлопець, який зараз з'явиться на сцені, стане для нього звісточкою з рідної землі. Мене зовут Стас. Я приїхав із села Новокіївка, Херсонська область. О, помідор спілий. Помідор. Фірма. Хорош. Правда, не лови зараза. Аби на сцені «Х-фактору» не осоромитися перед гордістю усіх херсонців, Стас цілий рік напружено готувався. Підбирав репертуар. О, хорош. Продумував виступ. Вчився співати. Я любив! Ой! Одна біда. З викладачами вокалу хлопцеві дуже не щастило. То ли мені попадалась якась симпатична дівчинка, мені займалися, то ли мені попадалась якась женщина, с которой мне было как-то скучно рядом сидеть. То ли мне попадался просто парень, который младше меня, и я его всерьез не воспринимал. Я решил, что лучший способ научиться петь – научить кого-то. Учнів серед рідних андеграунд-колективів Стасу не бракує. Тож сьогодні хлопець сподівається, що його багата викладацька практика принесе свої плоди. Как? Настроение? Как настроение? Дела? Настроение отличное. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот музыка занимает всю жизнь вашу? Да, или, музыка или и жена. Или еще что-нибудь интересует? Музыка и жена. И жена? Конечно. А, ну, все-таки сказал, что жена еще тоже интересует, занимает. Ну, потому что музыка для того и существует, чтобы нам с женой было хорошо, как иначе. Боже, какая прелесть. Конечно. Это только для вас или поделитесь? Ну, я бы мог поделиться, главное, чтобы взяли. Ну, так давай поделись, пожалуйста. Любо! А что, нормально? Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте, Серега. Здравствуйте, Ёлка. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Стас. Я к вам приехал из села Новокиевка возле Каланчака. Та ты шо? Да. Я же відчуваю, что свои люди пришли. А кем вы работаете, если не секрет? Я преподаю в основном начинающим андеграундным вокалистам, которые хотят научиться петь. А чем андеграундные вокалисты отличаются от обычных? Сцены, на которые выступают. Обычные выступают на большой сцене, а андеграундные на андеграундной. То есть вы только что перестали быть андеграундным вокалистом? Надеюсь. Что будем петь? Песню «Шо мазгу он» в переводе на украинский язык. Называется «Хай буде шоу». Продолжение следует...
Ну что, коллеги, все ясно. Не, ну я повинен відкоментувати. Подожди секундочку. Це мій земляк, що, якщо ти не зрозумів. Я чув, що новокиївські коти кричать не так, як каланчацькі. Я не знаю, чому ти навчив там одеських андеграундних хлопців, но прикольно. Я вважаю, що ти гідний, крім мене, представляти Каланчацький район на шоу «Х-фактор». Я тобі кажу так. Дякую дуже. Вот это герой. Какой чудовый парень. Гарный, фантастический. И голос, и все на свете. У меня шнурки развязались. От твоей энергетики, что бывает в крайне редких случаях. Это вот как раз тот случай, когда... Фредди не перевернулся в гробу в момент, когда исполняли его нетленную песню. Я говорю тебе да. Спасибо. И скажи, будь ласка, давно ты не стриг волосся? Ну, цікаво просто. Года два? Ну, нет, я просто кончики подрезаю периодически. А вообще... Метросексуал. Как сфотографировался на паспорт? 16 лет я стал отпускать волосы. А если что, легко будете... Прощаться с а что делать далее, да? Будем косички плести. Ну, если вдруг придется, вы легко согласитесь? Ну, если оно того стоит, ну, что делать? Оно того стоит, 2 миллиона. Ой, не знаю, не простит вам это андеграунд? Да. У вас 4 так, вы где-то дали. Овації зали і 4 беззаперечні так від суддів. Стасу є чим пишатися. Ну, крутой, крутой. Понимаете, это ж ведь, ну, я никогда на таком, на такой большой сцене не выступал. Для меня это... И еще... И мне сказали 4 «да». Блин. Понимаете?